За этими партами дети села Клюевка-Кабанского района могли учиться уже сейчас. Строительство школы началось в 2019 году. Однако первые две подрядные организации не справились со своими обязательствами, из-за чего контракт с ними был расторгнут. К работам приступила компания «Особняк». И уже точно в следующий день знаний здесь прозвенит первый звонок. Новая школа имеет два этажа. На первом расположится обособленный от всего здания блок начальных классов. Столовая на 50 мест и медкабинет. Выше будут учиться дети постарше. Там же предусмотрен спортзал, лаборатории и мастерские. Общая площадь здания чуть менее 3000 квадратных метров. К сожалению, в связи с тем, что здесь очень сложные грунты, в прошлом году не успели выполнить в полном объеме благоустройство. И у подрядной организации тоже были небольшие вопросы по финансированию, и они не успели завершить в полном объеме отделочные работы. Но основные конструктивные работы все полностью завершены. Электрика остались пусконаладочные работы, ну и отделочные работы. Линолеум на этой неделе завозят, оборудование все полностью нами закуплено. В целом внутренние работы завершены на 90%. Подрядная организация закончит отделку до 1 апреля, и здание будет закрыто. Далее по плану благоустройства территории. 1 апреля из здания все выходят, все общий строй весь закончился. С 1 апреля подготовка к благоустройству и полностью все линейные сооружения, все, что за лето заканчиваем, ограждение, и к 1 августа все должно быть готово. Получаем лицензию, начинаем с 1 сентября учебный процесс. Территория школы будет заасфальтирована, построена спортивная площадка, проложены тротуары и высажены деревья. Добавлю, что строительство объекта обошлось в 148 миллионов рублей. Руслан Хороших, Вячеслав Батоев. Новости дня. Кабанский район.